Кока-кола и порк, свинина. Много раз видел на YouTube, выставляли видео. Свинину заливают, короче, кока-колой. И там черви. Я компанию, где купил, которая производит, спрятал. Bones pork. Без костей свинина. Такая здоровая палочка. Отрежу, короче, кусок и залью кока-колой. И посмотрим, если там монстры будут вылазить из свинины. Черви, как на YouTube там есть. Некоторые выкладывают. И посмотрим, если это правда. Ну вот, отрезал небольшой кусок свинины. Это кока-кола. Или, как я ее называю, ядовитая вода. Я это не пью. Не знаю, насколько она ядовитая. И вот. Зальем ее кока-колой. Приблизительно так. Может, чуть больше. Так, вот и все. Потом возьмем эту кока-колу. Тут мы посуду не помыли, все, что осталось. Как я сказал, я эту гадость не пью. Или не знаю, как еще можно убийца 21 века. Пепси-кола и кока-кола. И в мусор. Так, сколько время? 7:52, 8, ну где-то в 9, в 10 часов, когда 10 часов будет, проверим, если там монстры повылазили. Если монстры повылазили, червячки, этим пиццентиком, мы их и достанем. А сейчас пускай он где-то 2 часика полежит. И посмотрим, что будет из этого. Сюда положим его на холодильник. Тут тоже все завалено. Вот он пусть полежит здесь часика 2. Окей, прошло уже 2 часа где-то. Больше. Сейчас уже больше 10. И я не вижу ни одного червяка. Вода здесь какая-то, конечно, немножко, то есть кока-кола, что-то странное такое. Ну-ка с этой стороны посмотрим. Ни одного червяка я не вижу в свинине. Так что я не знаю, на YouTube видео выставляют, что там черви вылазят из свинины, если кока-колой залить. Я не знаю, если это правда, потому что у меня ни одного червя не видно. Ну тут это не шай. Сиди над ним, Марик, позовешь меня, пошла на это. Чисто, ничего не видно.
Ну, я в магазине брал, конечно, свинину очень высокого качества. Может, из-за этого я ничего не вижу, не знаю. Думал, это что-то, но это мясо. Тоже мясо. Ну вот мой маленький эксперимент. Пепси-кола, то есть кока-кола и свинина. И я ничего здесь не нашел. Она пролежала в кока-коле 2 часа. Больше, чем 2 часа. И чисто. Ну все. Ну вот мясо пролежало еще всю ночь. Наступил уже день. Сейчас уже где-то 11-12. И все равно никого и ничего. Так что они говорят на интернете, там червяки вылазят из свинины, то не знаю, правда это или нет, но у меня никто и ничто здесь не вылезло. Ну что, замариновался мой пепсикольный шашлык, который я сейчас выкину в мусор, там дитё плачет, и ни одного червячка. Вот и всё.